Всем привет, в эфире Time Club, и на очереди у нас очередь очередная, новая настройка, и теперь это у нас GA100, модель G-Shock'ов. Модуль у нее, сейчас скажу, какой точно, 5081. Вообще, в принципе, с настройкой здесь все достаточно просто, такая магия буквально происходит. Вы можете в настройках поменять часовой пояс, и стрелочки сами корректируются под него. Вот. Но самое важное, чтобы у вас уже часы-минутки были на месте, а еще немаловажный вопрос, это чтобы у вас были синхронизированы аналоговый и цифровой циферблаты. Видео об этом уже есть на канале, на его можно посмотреть по всплывашке. Ну а сейчас посмотрим настройку, так скажем, детально электроники. Значит, здесь все просто. У часов несколько режимов. Начинаем, это идет у нас секундомер, таймер, мировое время, будильники и текущее время. Как раз для настроек оно нам и понадобится. Нажимаем на левую верхнюю кнопку, держим, и мигает часовой пояс. Давайте посмотрим для начала на магию. На правую нижнюю меняем часовой пояс и выходим. Вот то самое, что и происходит. То есть мы поменяли часовой пояс, изменилось время электронное, и аналоговый циферблат сам подстроился под время, указанное там. Ну и, соответственно, у нас сейчас это день недели, ну, вернее, как, день недели, это дата, сегодня 17.06 июня. Ну, а сейчас давайте посмотрим более детально, то есть здесь можно зажать также кнопочку. Вот, здесь выход, значит, на мод мы переключаем, что именно настраиваем, и здесь, соответственно, можно поменять формат времени, 12 часов AM, PM, да, на правую, также нижнюю меняем. Можно поменять, сбрасываем секунды, это для тех, кто прям сильно-сильно на этом заморочился, вы настроили время, все, дошли до секунд и ждете, короче. После 30 они будут кидаться вверх, то есть 0,9 минут поменяется на 10 минут. До 30 мы обнуляем и минутки остаются. Это для тех, кто сильно хочет заморочиться с точностью времени. Здесь мы меняем часы, формат времени 24-часовой, соответственно, у нас вот 24 часа. Пробежали. Вот, дальше у нас меняются минутки, год, месяц и дата. Так, ну и это у нас подсветка, время работы подсветки, LT3 это 3 секунды, LT1 это 1,5 секунды работы. Ну и давайте сейчас мы быстренько поменяем, у нас можно их быстро переключать. Так, 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 мы находимся в Самаре. В Самаре у нас работает часовой пояс. Мадрид, Париж, Ром, Берлин, Стамбул. Так, Москва. И вот ДХБ, это у нас самарский. Ну и быстренько настроим. Время у нас 12 часов. Ну-ка. О, можно на верхнюю уменьшать. Это я забыл. Но теперь удачно вспомнил. Так. Все, время настроили, вышли, и пошла снова красота. Стрелочки сейчас открутятся назад, и будет выставлено точное время. Я напоминаю, что синхронизация аналогового и цифрового уже есть на канале. Ну, а если кому-то надо и важно знать, как настроить таймер, как настроить секундомер там, и так далее, ну, напишите в комментариях, ну, формально ничего сложного. Также перешли в нужную функцию, например, там будильники, зажали верхнюю и левую, и кнопочками поднастроили. Оставайтесь с нами, скоро новая модель. Ну а как заказать эти и, в принципе, из этой линейки, ссылка будет в описании.